В Самаре 6 сентября стартует распределение свободных мест в детские сады на 24-25 учебный год, сообщает телеграм-канал администрации Самары «Вести с Дворянской». Для успешного распределения родителям рекомендуют проверить данные в заявлении на портале образовательных услуг либо в разделе «Поиск заявлений». Если в заявлении есть неточности или неактуальные данные, необходимо обратиться в МФЦ. Распределение свободных мест проводится по следующим критериям: наличие у родителей ребенка права на внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление места в детский сад, дата регистрации ребенка в электронном реестре, возраст ребенка по состоянию на 1 сентября 2024 года, направленности группы, желаемые даты зачисления не позднее даты распределения. О предоставлении свободного места родителям сообщит детский сад. Первая неделя сентября для членов общественных организаций ветеранов и инвалидов началась в атмосфере дружелюбного соперничества, сообщает телеграм-канал Департамента опеки и попечительства, сотрудники которого провели традиционные спортивные мероприятия. Участники своим примером продемонстрировали, что занятие спортом, желание двигаться вперед и добиваться поставленных целей – важные составляющие жизни современных людей, а также источники активного долголетия. На спортивной площадке школы 174 имени Зорина прошел товарищеский матч по футболу, приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, сообщает администрация железнодорожного района. В игре встретились команды родителей и учащихся выпускников школы. Этот матч стал символом единства и сплоченности, напомнил о важности поддержки друг друга в трудные минуты.